Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать про это замечательное чудо-устройство. Лазерный гравер или лазерный выжигатель. Он предназначен для того, чтобы наносить изображение на дерево, пластик или кожу. Он выжигает и оставляет темный след. Казалось бы, для чего фотографу это нужно? Правильный фотограф, он не просто делает фотографии, он привносит эмоции, радость, чувство праздника. Сейчас я хочу с вами поделиться кусочками видео о том, как происходит отдача фотографий, свадебная фотосессия. И посмотрите на эти эмоции, на эту радость, этот восторг. Все, замолкаю. Надеюсь, вы точно так же, как и я, улыбнулись. И сейчас я покажу, как это делается. Это совершенно несложно. Загружается изображение, выставляется, куда нужно нанести. И все, запускается старт. И поехало. Достаточно интересный процесс. Он длительный. Этот лазер бытового назначения, массовое производство на нем не сделаешь, но для себя дома иметь как домашний принтер вполне реально. Возможно, в будущем я его сменю на чуть-чуть более мощный, быстрый, ну, просто чтобы быстрее работал. В результате можно делать и коробочки, и флешечки. В следующем видео могу показать, как делается флешка, например, с именами или логотипом. Покупал я этот лазер гораздо дороже, чем сейчас. Сейчас они подешевели. Этот такой конструктор, он приезжает весь в разобранном виде. Еще нужно умудриться его собрать. Вот. Ссылочку на подобный лазер я оставлю в описании. Смотрите, если понравится, если надумаете. Приобретайте, это интересная штучка. И желаю вам красивой отдачи ваших работ. С вами был Андрей Сайфутдинов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и впереди вас ждет еще интересные видосики. Пока!